Ага, сыночек, привет. Привет. Ай, как дела у тебя? У нас тут новости есть, кое-какие изменения. В отпуск? Нет, пока про отпуск тишина, тут другие изменения. Ага. Этого командира свергли. Да, завали. Слава богу. Ну что это, за не помыться вас не будет. Сейчас тут наладится все, наверное. Наладится. Этот командир, короче, баламутил все, как все узнали. Да, конечно. Пошли, короче, эти злые. Другого поставили, тот нормальный, адекватный человек. Ладно. Короче, вот так тут вопрос решается. Да, видишь, все к лучшему. Ладно. Да. Очень что, внимательно хуй... для себя. На России начнется, здесь не могут начать общаться. А мы команду идем сидеть в ямах. Дали бы команду, да, давно бы я дали. Не знаю, тут, тут скорее всего, не знаю кто, потому что это азербайджанин же, вот этот крокус-то. А. И что-то там, они там... Ну ладно, понятно, это долгая история, разбираться не будем. Да. Не говори, нам она не нужна. Наши ага. Тоже косары, большинство косы, короче, блядь. Ну, военное это, блядь. Армия России, стреляй влево, вправо стреляй. Пропался, блядь. Бало.